Всем привет! Решили заняться питомником. Взяли мы его от других людей. Кто им занимался, какие работы были произведены, все это неизвестно. Вот видно, была осенняя окулировка. Сейчас снимаем эти перевязки. Материал очень неудобный, снимается нелегко. Так получилось, что питомник перешел к нам. Ну, мы не знаем, насколько профессионалы занимались им, насколько качественно сделана эта окулировка и вообще, что привито. Да и опыт работы именно с питомником у нас небольшой. Вот, хочу рассмотреть эту прививку. Я не знаю, насколько качественно она сделана. Если смотрит кто-нибудь, кто в этом хорошо шарит, подскажите, что нам ожидать от этого и что нам делать дальше. Свое видение в этой ситуации. Ну вот представьте, взяли питомник вот в таком состоянии. Что с ним происходило до этого, неизвестно. Но наша цель сделать сад.